канале Планета Алис. Привет, друзья! Мы на канале Планета Алис. И сегодня у нас с Алис для вас необычный челлендж. А какой? Скажи. Скажу. Это будет челлендж с Айкьюшей. Мы нашли в интернете один очень интересный сайт. Называется он Айкьюша. И мы будем с Алис сегодня выполнять задания для детишек с этого сайта. И за выполненные задания Алис будет получать, посмотрите-ка что. Алис, посмотри, что ты будешь получать. О-о-о! Если у тебя получится правильно делать задания из этого сайта. Это же челлендж, что ты получишь в награду Kinder Joy. Ну что, начинаем? Давай расскажем немножко ребятам про этот сайт, который мы нашли. Вот посмотрите, сайт называется Айкьюша.ру. И здесь есть очень много всего интересного для детей. Посмотрите, вот что здесь написано. Что это безопасная детская среда без внешних ссылок. Пчела меня укусила. Какая пчела, не придумывай. Ну, я видела присяку. Так, все, смотри, Алис, я рассказываю про сайт. Вот, посмотрите. Это очень интересный детский сайт. И здесь можно на нем даже деткам самим обучаться без мамы и без папы. Они могут сами. Посмотрите-ка. Здесь есть раскраски, награды. Ну, давайте немножко посмотрим, что нам скажет сама Айкьюша про свой сайт. Смотри-ка. Здравствуйте! Вас приветствует Айкьюша. Онлайн-сервис дистанционного образования для детей от 2 до 11 лет. Развивающая среда без рекламы и внешних ссылок. Айкьюша познакомит вашего ребенка с удивительным миром знаний. Подготовит к школе и поможет в обучении с 1 по 4 класс. Вот такой вот интересный сайт. И посмотрите, здесь есть задание с 1 по 4 класс. Вот здесь. Айкьюша в школе. Например, можно зайти сюда и посмотреть разные задания для 1 класса. Понемногу обо всем. Выпиши из текста слова. Зеленый мир растений. Деление на слоги. Да, смотри, а здесь для 2-го. Но нас сейчас интересует упражнение для маленьких детей. Давайте посмотрим. Алис, ну что, давайте попробуем сделать какие-то задания для 3 или 4 лет. Посчитай все предметы. На какой картинке 5 предметов? Давай, посчитай. Еще. Давай считать. 1 пальчиком. 1, 2. Угу. 3, 4, 5. 5? Ну все, нам нужно на какой картинке 5. Давай покажем. Вот на этой 5. Ну-ка, что Айкьюша нам скажет? Твой выбор правильный. Посмотри. Посмотри. Посчитай, давай. Посчитай предметы и напиши цифры, сколько их. 1, 2, 3, 4. 4. Ну, давай напишем цифру 4 тогда. Цифра 4. Посмотрим, что нам скажет Айкьюша. Ну-ка, давай. 1. Дальше. Надо посчитать. 2. Да. 3. Угу. И? 4. 4. И здесь 4. Давай скорее напишем цифру 4. И ответим. И что нам скажет Айкьюша? Чудесно. Ну, молодец. И отлично получается. Продолжай. И совсем скоро медаль будет твоя. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и так как ты у нас уже выполнила несколько заданий правильно, мы, наверное, уже откроем киндер. А медаль я еще и получила. Медаль еще не получила? Ну, получишь сейчас медаль. Ты хочешь медаль получить сначала? Да.
Ну, пошли получим медаль, давай. Давай еще сделаем несколько упражнений. Давай, какое мы с тобой возьмем? Ну вот давай слева или справа, внутри или снаружи. Давай посмотрим внутри или снаружи вот такие упражнения с IQ-шей. Так, внутри. Посмотри-ка, или... что находится внутри корзины? Где внутри? Вот тут внутри, хорошо. Звездочка. Звездочка внутри корзины. Ну-ка, отвечаем. Изумительно. Изумительно, Акюша говорит. Как ты считаешь, что находится снаружи коробки? Снаружи, не в коробке. Мальчишка. Снаружи, покажи, где снаружи? Это рядом или нет? Это рядом. Ну как же рядом, это в коробке. Ну, это так. Рядом. Это рядом. Давай посмотрим. Ну конечно, говорит. Как ты считаешь, что находится снаружи коробки? А здесь что рядом, не в коробке? Ну-ка, смотри. Мяч. Мяч. Вот он, правильно, давай. Изумительно. Я с тобой согласен. Ну вот, видишь, смотри. Айкюша награждает тебя медалью. Умница. И видишь, какая ты молодец. Ну вот. И вот смотрите, у нас сейчас закончились задания, потому что как гостю нам доступно только 10 заданий. И можно здесь зарегистрироваться, и тогда вам будут доступны очень многие другие функции. Ну а теперь Алис получила медаль от Айкюши, и мы пойдем открывать киндер, Алис. Давай помогу немножко? Потянуть просто чуть-чуть. Киндер Джой, здесь такая ложечка там внутри. Смотри, Алис, мы такого с тобой не видели еще. Посмотри, как интересно. Смотри, какая игрушка. Это, по-моему, из мультика «Ледниковый период». Да, это из мультика. Вот такие смешные зверюшки. Они прицепляются один к другому или что? А, да, это нужно было его так собрать. Да, я покажу поближе его. Вот такие смешные зверюшки. Да, это были там такие два, то ли обезьянки, то ли сурки. Я даже не помню, кто это. Хорошо. А что у нас в другой половинке? Конфетка. Давай откроем конфетку. И вот такая конфетка, очень вкусненькая. Ты будешь кушать сразу или, может быть, мы другие пока откроем? Дай нам кусочек, Алис. Мы тоже любим такие конфетки. Так, открываем. Здесь у нас конфетка. Подожди, ну мы давай сначала откроем игрушки, а потом будешь кушать конфетки. Давай сначала посмотрим игрушки. Что здесь у нас? Вот это. Да, посмотрите, вот такая вот фигурка нам попалась. Вот. И я не знаю, откуда она. А, тут нарисовано, что она вроде бы светится в темноте. Смотри-ка, мы это ночью проверим, когда будет темно. Сейчас много солнца слишком. Дай-ка я ее покажу только. Я уже собрала, Зая, я только покажу ее, давай. Она светится, когда темно. Для этого нужно ночью, чтобы было темно, и она будет светиться. Вот такая забавная фигурка. Давай откроем остальные тоже. Давай. Еще? Ой, смотри-ка. Алис, это же наша любимая. Из ледникового периода. Это наш любимый этот суслик. Дай-ка я тебе его соберу. Это что у нас? Это наш любимый суслик. Он самый-самый смешной там. Суслик девочка, что ли? Ну-ка, с волосами, смотри. Сейчас. Это суслик девочка. Картинку. Давай-ка. Ага, посмотрите-ка, да, вот, суслик, а это суслик-девочка такой с волосами нам достался. Ну, подожди, давай покажем этого. И посмотрите, они еще и на веревочке такие, их можно куда-то вешать, как украшение. Вот, такой вот забавный у него такие волосы, они отдельно, они надеваются, а еще у него голова крутится.
Ой, вот такой вот забавный суслик девочка. Привет, смотри, Алис. Привет, Алис. Привет. Привет, привет. Это его друзья, ты помнишь мультик? Да. Да, давай, поставь. Это ее друзья? Это ее друзья, конечно. Это ее. Ее друзья, да. А где у тебя третья фигурка еще одна? Может, ты уже открыли? Куда ты ее дела? Вот мы открыли наши Kinder Joy. И теперь мы с вами прощаемся вместе с Алис и с Айкюшей. Пока-пока. Пока-пока. Если вас заинтересовал сайт IQ.ru, то ссылку на этот сайт вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал Планета Алис. И для подписчиков Планеты Алис вы можете получить безлимитный доступ на этот сайт в течение недели. Для этого обращайтесь ко мне на e-mail. Я вам объясню, как это сделать. Ну все, всем пока! Всем пока!